в Центре современного искусства «Аурум». Начался 2020 год. У нас сегодня с вами бесшабашный повар, но я хочу обратить ваше внимание на мужские образы, которые мы делаем всегда на каких-то натурных классах, на образных классах. Мы рисуем мужчин, одетых в разнообразные одежды. Для чего? Для того, чтобы в итоге мы потом могли делать картины с мужскими образами. Одни женские образы неинтересны. У Рембрандта сколько мужских образов, у Леонардо сколько мужских образов. Нельзя делать только женщин, потому что они красивые. А мужчины, они, вы понимаете, они внутреннюю силу такую несут и показывают нам пример мужественности и мудрости.